Всем здорова, друзья, с вами Боб. Как вы видите, я отошел все-таки немного от депрессии, которая родилась во мне вчера в момент просмотра трансляции от Apple. И я немного за сегодняшний день все-таки переосмыслил iPhone X. Что-то как-то ярко очень. Как вы, наверное, могли понять, я был немного огорчен вчера в момент просмотра трансляции, и я был, наверное, не один такой. И многие писали, что мы, в принципе, сами виноваты, сами испортили себе впечатление от этой трансляции, и я, наверное, склонен с ними согласиться. Мы все с вами смотрели кучу видосов про все вот эти сливы, дизайны, нам показывали просто какое-то нереальное количество различных модификаций, рендеров этого нового айфона в различных новых цветах, вот этот розовенький, медный, клевый. А представили нам всего лишь один, и то не такой, как мы все хотели, поэтому, наверное, у нас слюни не текли в момент трансляции. Как я вообще вижу картину сейчас? Мне кажется, трансляция прошла достаточно нормальным, обычным ее сценарием, то есть не хуже, не лучше, чем прошлые трансляции, даже немного лучше. Я не знаю, опять же, почему не текли слюни в момент этой трансляции. Наверное, это было вызвано именно тем, что слишком много было вот этих хайпов, сливов вокруг этого нового юбилейного айфона, поэтому мы нагляделись всего этого барахла и стало тупо смотреть неинтересно. Нам показали iPhone 8. Назвали бы они его iPhone 7, мне кажется, вопросов вообще ни у кого бы не было. Ну, в принципе, та же история, что с шестеркой. Была шестерка, сделали 6S, там железо получше. Всяких фишечек надобавили, всяких этих мультитачей, Touch ID бессенсорных, но это уже было в 7. Поэтому здесь то же самое. Добавили беспроводную зарядку, сделали немного камеру получше, поставили новый процессор, и в принципе это нормально. Единственное, конечно, парит, что 4-й год один и тот же дизайн, но в принципе пофиг. То есть надо было, мне кажется, просто назвать 7S и вообще никаких претензий бы, мне кажется, ни у кого не было. Цену они на него поставили на самом деле нормальную, на 50 баксов всего дороже, мне кажется, в рамках инфляции это в принципе прилично. То есть у людей зарплаты там растут, соответственно, и цена на iPhone тоже немножко подросла. Но блин, они сделали 7-й iPhone за 550 баксов, это... Ну, 35 тысяч рублей. Я не буду говорить, что у нас, конечно же, 7-й iPhone стоит там 70 тысяч рублей, потому что, мне кажется, в России уже смысла покупать нет. Особенно все вы, кто смотрите всех этих техноблогеров, кучу, блин, сервисов по доставке товаров из Штатов и заказать... Ладно, заказать 10-й iPhone сейчас будет проблематично, потому что ажиотаж, но, блин, 7-й, 8-й iPhone, как бы, реально, мне кажется, заказать через них. И это будет стоить, блин, 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей, плюс там эта доставка, $50, грубо говоря. Но это лучше, чем идти к нам, блин, туда и покупать iPhone за 60 тысяч. Поэтому с ценой у меня вопросов вообще никаких нет. Учитывая даже то, что iPhone 7 это шикарное устройство, оно реально актуальное, и потенциал и производительность этого устройства еще не раскрыты, мне кажется, даже сейчас. То есть оно будет актуально еще год минимум. Я имею в виду по железу, а не по дизайну. То есть iPhone 8 делали сейчас не для тех людей, у кого семерка, как мне кажется, а для тех, кто ходит с шестеркой, 6S или с какими-то другими девайсами, с E там, или Samsung'ами и прочей какой-то ерундой. То есть эти люди не готовы, например, выложить 1000 баксов за iPhone 10
Или им просто тупо не нравится, или не нужна эта безрамочность, и вот этот iPhone 8, мне кажется, самое то для них. Сейчас, если сравнивать цены, то iPhone 8 стоит по стоимости, как Galaxy S8. Да, у него нет безрамочности, но, блин, что поделать, iPhone всегда стоили дороже. Что касаемо 10-го iPhone, тут все круто. Зарезанные вот эти цвета, то, что сделали только белые и черные, так я думаю, что это сделали именно в память Стива Джобса, то есть он очень похож на 4-й iPhone, и именно 4-й iPhone был последним при Стиве Джобса, и вот нам показали новый iPhone спустя 10 лет в первый раз в театре Стива Джобса. И я думаю, что они показали его именно таким, как он был тогда при Стиве Джобсе, стеклянный, клевый, в двух цветах, но только на современный лад, и я думаю, Джобс бы оценил. То есть, по факту, нам на самом деле показали гораздо больше, чем на предыдущей презентации. Там нам показали тупо просто iPhone с двумя камерами, с не механическим Touch ID, то есть изменения были а-ля как сейчас между 7 и 8. И тогда все орали и говорили, какое клевое устройство. А сейчас нам показали на одно устройство больше, то есть нам представили еще юбилейный iPhone, и почему-то многие были недовольны. Я думаю, что это именно из-за хайпа. Я сам был недоволен, я сидел и думал, боже мой, что это за говнище. Но вот сейчас, спустя день, мне кажется, ко мне пришло осознание, что как бы вроде все круто. И не надо наговаривать на Apple. Мне не очень понравилось, что они показали нам только одну диагональ юбилейного iPhone, то есть он сейчас по размеру примерно как обычная 7-8. Ну, чуть-чуть там побольше, он повыше, но я, блин, уже привык к этой лопате, и я хотел получить примерно такое же устройство по размеру, но, блин, с экраном на весь корпус, с экраном на весь экран. Ну, получается сейчас, что именно так. С экраном на весь экран. Не знаю, короче. Ладно, опять же, мне кажется, что это было именно в пользу 4-го iPhone, что там была только одна диагональ, поэтому нам представили только одну сейчас диагональ, но я думаю, что в следующем году выйдет какой-нибудь iPhone 10 Plus. По-любому. И последнее, что мне не понравилось именно в 10-м айфоне, что когда переворачиваешь телефон вот в такой вот режим, то эта консоль с безмерным каким-то количеством этих датчиков и камер загораживает кусок картинки, то есть картинка получается обрезанная. И я думаю, что Apple либо сделают софтово какую-нибудь линию, чтобы это было более-менее, мне кажется, покрасивее сделано, либо не сделают, и мы просто привыкнем. Все, минусов на самом деле, как мне кажется, больше нет, и все, что даже я озвучил в плане минусов, мне кажется, это больше уже придирки именно к устройствам, ну а в целом в остальном же намного больше именно плюсов. Во-первых, это два целых новых устройства, а не по одному устройству, как нам представляли каждый год, и это уже хорошо. Во-вторых, это новые Apple Watch. Да, конечно, они не будут работать в полную силу у нас в стране, но, блин, они мощнее, они поддерживают беспроводную зарядку, так же как новенькие эти AirPods, которые представили. Блин, мы все равно все это купим, особенно вот с этой вот плашечкой, на которой можно все это, блин, дело заряжать спокойно и не париться вообще. Я когда-то реально мечтал, думал, блин, сделали бы какой-нибудь один поддон, чтобы можно было туда все кидать и все это заряжалось. Я думал, что это нереально, но, блин, вот Apple превратили мои мечты в реальность, и это уже доступно будет в 2018 году, правда, но что поделать. Кстати, вот касательно 2018 года, то есть сейчас у них есть часы, которые поддерживают беспроводную зарядку. Про AirPods я пока что ничего не слышал, то есть они показали их, но даже на сайте их нету. iPhone тоже будет доступен уже там, в ноябре этого месяца, а вот эта вот здоровая док-станция, зарядка будет доступна в 2018 году, как они говорят. И я уверен, что это будет не первое там число января, а сделают, наверное, блин, когда-нибудь там весной, когда будут представлять новые iPad. Поэтому, мне кажется, с такими темпами можно спокойно дождаться следующего сентября и взять уже следующие часы, и следующий iPhone и следующие AirPods, чтобы заряжать всех их на этом поддоне. А чего только стоит один Face ID? Все, блин, парились, куда они сделают эту несчастную кнопку Touch ID, блин, сбоку, сзади, на яблоко, на камеру, запихнут под стекло. Они вообще отказались от Touch ID и сделали клевую функцию Face ID. Я уверен, что она будет работать клево. Да, на прототипах, на самой презентации даже это как-то немного глючило, но я думаю, в целом они все допилят. Это будет намного удобнее, блин, чем тыкать этот палец, который постоянно мокрый, где-нибудь после дождя не срабатывает в каком-нибудь магазине, и, короче, ты стоишь, всех бесишь и создаешь очередь. Правда, опять же, мне непонятно, как это будет работать, например, у каких-нибудь монашек. Я не знаю, используют ли они айфоны. Либо вот у этих арабских женщин, которые все закутаны.
Тоже, короче, много вопросов, но поживем, увидим. Также Apple TV тоже хорошая, отличная приставка. Да, конечно, она не работает в полную мощь у нас в стране, блин, но это не делает ее хуже, блин, или ненужной. Она вполне себе отличная и справляется со своими обязанностями. Поэтому хаять презентацию, как делал это я, мне кажется, не стоит. Ладно, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этих устройствах. Может быть, вы тоже все переосмыслили, либо сразу были примерно такого мнения. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Всем пока!